Башкортостан вошел в тройку регионов-лидеров Приволжского федерального округа по доле договоров страхования малого бизнеса. Рейтинг подготовил РБК по данным за первое полугодие 2020 года, предоставленным компанией «Сбербанк Страхование». Итак, лидируют в округе Нижегородская область и Татарстан, которые набрали по количеству заключенных договоров ПФО соответственно 24,12%. Башкортостан на третьем месте, у республики 11%. За ней следует Пермский край с показателем 9%, а также Саратовская и Оренбургская области и Удмуртия. В этих регионах от 5 до 9%. Согласно исследованию, наиболее востребованная специальная программа страхования оказалась в оптовой и розничной торговле и в сфере услуг. Средняя страховая сумма составляет 1 миллион рублей, а максимальная – почти 44,5 миллиона рублей. Такая защита позволяет возместить непредвиденные расходы, связанные с рисками предпринимательской деятельности, включая защиту бизнес-карты от кражи и интернет-мошенничества. Обеспечивает также непрерывность производства и помогает сохранить бизнес. Эксперты связывают рост числа договоров страхования с увеличением количества кредитов для малого и среднего бизнеса. Надо отметить, что продажа таких продуктов, страховых продуктов, часто является связанной продажей по отношению к выдаче банковским кредитам. И в этом плане возможности Сбербанка и других банков расширились после того, как поток потребителей из числа мелкого и среднего бизнеса пошел за предоставление льгот кредитов Сбербанка. Ну и добавлю, что наиболее значимые выплаты в ПФО были произведены в связи с пожаром в кафе в Самарской области свыше 1 миллиона рублей и аварией инженерной системы клиента из Татарстана. Он получил 480 тысяч рублей. В Башкортостане пока выплаты по данной программе не производились.